сигналы зергов исчезли. Вся жизнь на Индионе уничтожена. Все кончено. Феникс, свяжись с чистильщиками. Я буду говорить. Вершитель Кларион, вы пробудились в тяжелый час для перворожденных. Вы показали нам, что чистильщики — грозная сила, способная изменить ход войны. И я прошу вас исполнить священный долг всех тамплиеров. Сражайтесь вместе с нами, как раньше. Ты ничем не отличаешься от Конклава. Ты тоже пытаешься подчинить нас. Я пытаюсь искупить ошибки прошлого. Я прошел через множество битв вместе с одним из вас, Фениксом. Я знаю, вы связаны с ним. Конклав вас боялся, но его больше нет. Я знаю, что вы истинные тамплиеры. И я прошу вас присоединиться к нам. Иначе нас всех ждет лишь погибель. Я посоветуюсь с остальными. Они совещаются. Раз мы теперь с вами, пусть за нас говорит Феникс. Времена изменились, и мы еще многого не понимаем. Но пока ты держишь свое слово, Иерарх, чистильщики будут с тобой. Эта твоя затея совершенно бесполезна. Нам нужно отправляться на Слейн. Чистильщики могут оказать нам неоценимую помощь. Я бы не называл это бесполезной затеей. Да, но как мы уже выяснили, ты решил дать им свободу в надежде, что они захотят тебе подчиняться. Даже не думай читать мне нотации о моих решениях, Талдарим. Но мне так нравится спорить с тобой. Чистильщики доказали свою эффективность. Нам уже давно следовало принять их в свои ряды, а не лишать их свободы. Мы уже не стоим на краю гибели, но на этом нельзя останавливаться. Мы совершили великий подвиг, друг Феникс. Феникс, я много думал об этом имени. Так звали кого-то другого. Не думаю, что должен его использовать. Я... это не он. Феникс был величайшим воином из тех, кого я знал. Его никогда не пугало число противников, и он выходил победителем. Ему покорялись враги, которых никто не мог осилить. Ты доказал, что так же храбр. Для него было бы честью знать, что ты носишь его имя. И я отношусь к тебе с таким же уважением. Твои слова — честь для меня, Иерарх. Но однажды я найду себя и выберу новое имя. Я изучил множество чистильщиков. Похоже, они функционируют эффективнее, когда находятся рядом друг с другом. Они используют свободные ядра других чистильщиков для разгрузки своих процессоров. Что это значит, Каракс? Их коммуникационная сеть повторяет структуру Кхалы. Они соединены друг с другом. Интересно. Конечно же, синтетически. Между ними не возникает эмоциональных связей. Создавшие их инженеры не могли себе представить Протоса без света Кхалы. Если бы наши предки видели нас сейчас... Добро пожаловать, Артанис. Успех, с которым ты привлек чистильщиков на нашу сторону, похоже, радует нас всех. За исключением Хранителя. Ты бесстрашен, Артанис.
порой даже безрассуден. Однако это принесло нам пользу. Халла наполняется энергией Амуна. Мне становится сложнее ему сопротивляться. Ты подвергаешь себя опасности, Рахана. Он считает, что все войны и страдания являются следствием бесконечного цикла. Он хочет с этим покончить. Он уже говорил об этом. Но ты видишь только то, что лежит на поверхности. Внутри его переполняет ненависть. Возмущенная гордость, ради которой он готов испепелить все живое. Гибриды. Вот истинное лицо Амуна. Он хочет не просто уничтожить творение Зелнага, но и принести им при этом страдания. Осознание того, что чистильщики решили присоединиться к Делаамам, наполняет меня радостью. Но нам по-прежнему угрожают армии Амуна. Корпус Мёбиуса контролирует производство гибридов Амуна. Этому надо положить конец. Нам нужно добраться до пояса Ревана и уничтожить станцию, пока Амун не наплодил еще чудовищ. Иерарх, разведчики обнаружили базу корпуса Мёбиуса посреди астероидного пояса Ревана. Хорошо. Каракс, что ты знаешь о их защите? Астероидное поле очень нестабильно и служит отличной защитой их базе. Копье Адуна не пройдет. Это смогут авианосцы. Мы ударим врага в самое сердце. Тогда отправляемся. Амун отнял у меня армию. Взамен я лишу его собственной. Готовьте корабли к атаке! Иерарх, суда корпуса Мёбиуса почему-то не атакуют нас. Что-то не так. Наши щиты пробиты. Я засек сигнал тиранов на нижних палубах. Они идут в нас. Будем биться за копье Адуна! Каракс, это нападение не должно разрушить наши планы. Контратака застанет корпус Мёбиуса врасплох. Хоть ты и не воин, ты знаешь об их защите больше, чем кто-либо другой. Я поручаю эту миссию тебе, кузнец. Возглавь наш флот авианосцев, пока мои воины держат оборону здесь. Как прикажешь, Иерарх. Мне потребуются лучшие воины, чтобы очистить корабль от чужаков. Я знаю, что битва — не твое призвание, кузнец. Но с помощью своего тактического мышления ты сможешь уничтожить комплекс. А теперь иди. Я верю в твои силы. База Мёбиуса. Как мы и подозревали, здесь создаются армии гибридов Амуна. За ее функционирование отвечают три энергетических ядра. Если их разрушить, это дестабилизирует комплекс и позволит нам уничтожить эту базу. Если установить Нексус на внешнем краю платформы, тамплиеры смогут пробиться к цели. Но там нет наземных путей и очень мало минералов. К счастью, наши авианосцы уже готовы. С их помощью все может получиться. Каракс, мы с трудом справляемся с атаками гибридов на копье Адуна. Тебе удалось найти их стазисные камеры? Сканирование показывает, что поблизости находятся две камеры. Похоже, они работают на Солорите. Сейчас он нам пригодится как никогда. Готово. У меня есть доступ к управлению. Платформа в рабочем состоянии.
Эта навигационная панель в верхней правой части командного экрана позволит мне переместить платформу к дополнительным месторождениям. Правда, враги не так уж далеко. Мне нужно отправить несколько кораблей вперед на разведку, прежде чем начать перемещение. Энергетическое ядро уничтожено. Запасы энергии корпуса Мендуса упали до 66%. Энергетическая сеть платформы едва держится, Иерарх. Нам осталось уничтожить только одно ядро. Превосходно, Каракс! Атаки на наш корабль стали более редкими. Каракс, крейсеры корпуса Мёбиуса куда-то телепортируются от копья Адуна. Да, кажется, я их вижу. Неважно, это нас не остановит. Последнее энергетическое ядро уничтожено. Теперь мы можем нанести удар. Иерарх, копье Адуна в безопасности? Да, мы отбросили нападающих до того, как они смогли добраться до солнечного ядра. Системы вооружения готовы. Принимай управление. Служить тебе — честь для меня. Огонь! Лаборатория Амуна разрушена. Его армии гибридов повержены. И все же, в какой-то момент мы были на грани гибели. Мы выстояли благодаря смелости одного тамплиера. Среди тьмы отчаянную надежду. Каракс Искхалаев, ты был рожден в касте ремесленников. Но сейчас передо мной стоит воин. Ты показал, что эпоха каст подошла к концу. Отныне мы все тамплиеры. Ха, какое самомнение. Сколько уверенности в том, что можешь управлять тем, чего не понимаешь. О, тираны всегда этим грешили. Подберись к черной дыре слишком близко, и от тебя ничего не останется. Когда-то мы также думали о Талдаримах, Аларак. Мы считали вас бездумными, безропотными рабами. А мы считали вас слабыми, нечистыми и недостойными уважения. И вот теперь мы сражаемся вместе. Возможно, с корпусом Мёбиуса мы действовали слишком поспешно. Мог быть и другой путь. О, тамплиеры! Я смотрю, вы просто не можете в себе не сомневаться. Нет, Артанис. Истребление стало для них актом милосердия. После гибридов спасать уже некого и нечего. Одного за другим мы сокрушим всех врагов. Эта победа — заслуга Каракса. Разведка сообщает, что войска Доминиона пытаются сдержать наступление Золотой Армады. Несмотря на их усилия, множество систем уже потеряны. Надеюсь, смерть принесет этим тиранам покой. Каракс показал, на что он способен. Из него выйдет настоящий тамплиер. Хранитель, мне не нравится, когда ты так пристально смотришь на меня. Я вновь переживала старые воспоминания. Вас неразимо заклеймили как еретиков, но я не вижу в тебе зла, которого боялся Конклав. Невежество и злоба разделили наши народы. Чтобы жить вместе, мы должны принять друг друга такими, как есть. Все мы протосы. Я вижу правду, Артанис. Правду, которую скрывает Амун. Пока его собратья дремали в тысячелетнем сне, Амун и его последователи высадились на Айюре. Они ускорили развитие нашего народа, стали для нас учителями, богами. Он модифицировал нашу эссенцию, но затем потерял над нами контроль.
Он и его последователи бежали на Зерус, чтобы создать там зергов. Гибриды стали кульминацией его усилий. Искусственные зелнага, созданные по его подобию. Их нам нужно... Рахана! Это слишком опасно. Остановись! Это мой долг, Иерарх. Я должна узнать правду, принять ее. Теперь я понимаю. В этом мое предназначение. Иерарх, чистильщиков впечатлил твой дар лидера. И они готовы поразить Амуна в самое сердце. Мой друг Феникс, их также поразило и твое дарование. Да, они решили принять мое командование. Роль лидера для меня в новинку, как и все остальное. Я не стремился стать иерархом. Я не был уверен в этом выборе. Наверное, были более достойные кандидаты. Не попадай в ту же ловушку разума, что и я. Чистильщики не просто так решили последовать за тобой. Так же, как и Делаамы решили последовать за мной. Неуверенность в себе только мешает принимать верные решения. Ты прав, Иерарх. Ты говоришь, как настоящий лидер. Исследования продвигаются все медленнее. Боюсь, мне потребуется дополнительное время. Расшифровка данных ключа сводит меня с ума. Пока я не найду некой отправной точки, любая интерпретация будет уникальной и в то же время допустимой. Тебе по плечу деяния тамплиера, Каракс. Я посвятил свою жизнь созиданию. Моим полем битвы всегда была мастерская. Моими врагами — технические неполадки. Я, в первую очередь, фазовый кузнец. И всегда им буду. Но времена меняются. И даже тот, кто не родился тамплиером, может стать им через свои деяния. Тогда приготовься, тамплиер. Ты нам нужен. Пояс Ривана пал, и это привело к появлению новых тамплиеров. Однако ситуация с Талдаримами по-прежнему беспокоит меня. Мы пошли на риск, связавшись с Алараком. Тассадар, друг мой, как бы ты поступил? А ты, Зиратул, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен. Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна, то он необходим. Целая армада. Флот смерти под началом Амуна, призванный истребить все живое в этом секторе. Нам следует поторопиться. Ракшир. Ритуал захвата власти через поединок. Не терпит спешки. Он требует тщательной подготовки. Мы на орбите враждебного мира и на мушке у целого флота. А ты говоришь о подготовке? Я собираюсь занять место Малаша, правителя целого народа. И ты... Мне поможешь. Взамен Талдаримы выйдут из войны. Таков наш уговор. Чтобы это свершилось, нужно соблюсти все традиции. Эта сделка нравится мне все меньше. У Талдаримов странные обычаи. Я не могу себя заставить болеть за Аларака. Однако и поражение ему я тоже не желаю. Ключ резонирует с энергией пустоты, источник которой находится под нами. Нам нужно провести дополнительные исследования. Откуда на Слейне взялся источник энергии пустоты? Неужели гибриды? Боюсь даже представить, что нас ждет внизу. Я изучил талдаримские боевые машины.
Они полностью повторяют технологии Кхалаев. Единственное отличие — используемые материалы. Как это им удалось? Издавна ходили легенды о кораблях, не вернувшихся из космоса. О пропавших флотилиях. Я слышал эти легенды. О яростных призраках прошлого, которые выжидают удобного момента, чтобы напасть. Представь, что все это время мы, сами того не зная, воевали против Талдаримов. Это бы многое объяснило. Незавидная судьба. Не знать радости собственных изобретений, воруя чужие. Это просто жалко. Я многое понимаю в действиях Талдаримов. Их рвение. Стремление услужить своему богу. Чего я не понимаю, так это почему Амун так просто решил отвернуться от своих верных союзников. Почему, несмотря на их абсолютную преданность, Амун решил ими пренебречь? Он не остановится ни перед чем, Артанис. И горькая правда состоит в том, что ему не нужны союзники, кроме гибридов. Он считает, что прервет цикл насилия, а на самом деле принесет лишь вечность ужаса. Я хочу узнать больше о Ракшир, вашем ритуальном поединке. Чтобы понять Ракшир, ты должен вначале осознать суть цепи Вознесения, которая ведет к Амуну. Каждый из нас связан его волей и волей того, кто стоит над нами. Однако, существует способ вознестись. Клинком и кровью любой Талдарим может подняться на ступень выше своего текущего круга. Посредством этого ритуала отбираются те, кто достойны вознесения. Те, кто смогут исполнить волю Амуна. Значит, Малаш — сильнейший представитель твоего рода? Так считают. Но он еще не вступал в схватку со мной. Для ритуала Ракшир нужно, чтобы приготовления были завершены в соответствии с древними предписаниями. Собери воинов. Малаш наверняка попытается вмешаться. Это стражи Малаша. Убейте их, чтобы я смог приступить к ритуалу. Если так нужно для дела. Смотрите, что это за туман? Тиразин. Он периодически поднимается из недр Слейна и приближает нас к пустоте. Пока газ на поверхности, войска Амуна могут переходить в наш мир. Здесь они не обладают всей мощью, но все равно их натиск будет безжалостным. Мне казалось, ты говорил о верной победе, Аларак. Ты ведь любишь трудности, разве нет? Хорошо. Мои войска нападут на стражей, когда поток газа ослабнет. Пока все заполнено тиразином, нам придется держать оборону. Врата между этим миром и пустотой начали отворяться. Скоро сюда прибудет армия Амуна. Ты пришел, чтобы узреть конец? Это не конец, но начало. Стражи охраняют святилища. Пусть их смерть будет медленной и мучительной. Мои воины никогда не забудут о чести, даже сражаясь за тебя. Так или иначе, сначала нам нужно укрепить защиту. Мне удалось просканировать материнские корабли Талдаримов в этом регионе. Они перевозят саларит. Не думаю, что Аларак будет возражать, если мы избавим их от лишнего груза. Сильнее, чем мы думали, перворожденный. Еще один страж пал.
Завораживающее зрелище. Если тебе так это нравится, может, поможешь нам? Ты же понимаешь, что мне надо беречь силы для боя с Малашем. Знай ты, Аларака, лучше не стал бы ему помогать. О, какая славная смерть! Ты хорошо потрудился, чтобы услужить мне, Артанис. Надеюсь, что так. Ты чувствуешь? Это Тиразин. Жаль, что у тебя не будет времени им насладиться. Армия Амуна идет за тобой. Ты восстанешь против Бога? База атакована. Аларак, ты идешь навстречу смерти. Темный Бог уничтожит тебя. Я по горло насытился его ложью. Ритуал завершен. Что теперь? Эти предатели не были частью ритуала, но обязательно помогли бы Малашу. И мне хотелось, чтобы они умерли. Час пробил. Малаш, слушай меня. Я вызываю тебя на Ракшир. Сразись со мной, согласно нашим законам. Или умри, как трус. Мы сойдемся в битве на заре. Я отвечу на твой вызов. Запомни одно. Тамплиеры — не бездумные орудия в твоих руках. Мы здесь не для того, чтобы убивать твоих врагов под ложными предлогами. Обманешь меня снова, и нашему союзу конец. Смерть стражей Малаша позволила достичь нескольких целей. Когда владыка падет, никто не воспротивится моей власти. Впервые за много лет я близок к победе. Я чувствую его беспокойство, Артанис. Он знает, что я иду. Малаш? Амун. Дыхание жизни помогло мне увидеть истину. Да, я чувствую его ярость. Он знает, что я его не боюсь. Знает, что через Кхалу ему не подчинить, тогда я обращу избранных против него. Ты еще не выиграл, Аларак. Не позволяй Тиразину затуманить твой взор. Это сражение тебе еще только предстоит. Я уже победил. Я тысячи раз видел внутренним взором, как наношу последний удар. Твоя самоуверенность — лучший союзник твоего врага. Не позволяй ей помочь Малашу. Слова привыкшего к поражениям. Малаш показал себя могучим вождем. Это так. Поэтому победа над ним будет особенно сладкой. Многих ли ему удалось победить в ходе ритуала? Бесчетное число соперников. Он поднялся по цепи Вознесения, безжалостно уничтожая всех на своем пути. Будто его благословил сам Темный Бог. Он получил прозвище «Клинок Амуна». И тем не менее ему бросали вызов. Таковы наши обычаи. И с каждым побежденным он расправлялся с особой жестокостью. Малаш любит оставлять своих противников полуживыми и наслаждаться их страданиями. Аларак, я начинаю беспокоиться. Спокойствие — это сказка для юнцов, не готовых к боли и испытаниям реальной жизни. Оставь меня,
Мне нужно подготовиться. Надеюсь, никто не пристрастится к Тиразину, пока мы будем на Слейне. От него очень сложно отвыкнуть. Цепь Вознесения — отвратительная традиция. Когда-то и Кхалаи думали также о пути тени, который практикуют неразимы. Это несопоставимые вещи. Наше общество никогда не основывалось на... В основе их организации — железная иерархия. Служение вышестоящим и непрерывное укрепление связи с самим Амуном. Но ведь их удерживают обманом, матриарх. Они не знают ничего иного. Как же они изменятся? Когда-то наши народы тоже относились с ненавистью и недоверием. Да. Мы считали ваши ритуалы варварством, а вы видели в нас только жестокость. Так же сейчас происходит и с Талдаримами. После того, как мы уничтожим Амуна и откроем правду о его предательстве, они станут искать свое истинное предназначение. Свой будущий путь. Реагируют. По-видимому, на потоки энергии пустоты на поверхности планеты. Я наблюдал подобное на Ульнаре. Должно быть, Тиразин напрямую связан с пустотой. Талдаримы называют его дыханием жизни. Они считают, что поглощая его, могут обращаться напрямую к Амуну. Довольно условное утверждение, но его нельзя полностью отметать. Свойства этого вещества указывают на то, что оно может происходить из иной вселенной. Возможно, поэтому оно для них священно. Они ищут богатые тиразином планеты, чтобы превратить их в святилище своего бога. То, что мы нашли это место — дар судьбы. Если ключ реагирует на тиразин так же, как на энергию пустоты, я смогу использовать этот газ, чтобы испытать возможности артефакта. Возможно, провидение еще не покинуло нас. Нужно сохранять веру. Я предпочитаю результаты, иерарх. Мощь Амуна превосходит возможности даже королевы клинков. Мы должны действовать наверняка. Тьма алчит крови, Малаша. Пришла пора мне захватить власть. Да начнется Ракшир! Ритуал Ракшир начался. С этого момента лишь Аларак и Малаш имеют право сражаться друг с другом. В этом бою нужно победить противника и повергнуть его в бездну обреченных. Тот, кто сделает это, станет новым лидером Талдаримов. Проигравший же лишится жизни. Похоже, их силы примерно равны. Так и есть. Однако, насколько мне известно, Ракшир не запрещает союзникам бойцов поддерживать их на псионном уровне. Наши воины смогут прийти на помощь Алараку, но Талдаримы также могут поддерживать Малаша. Я подготовлю наши войска. Малаш будет яростно сражаться, чтобы удержать власть. Мы должны быть готовы ответить тем же. Скоро Талдаримы пошлют воинов на помощь Малашу. Мы должны всячески поддержать Аларака. Талдаримы питают Малаша своей энергией. Алараку понадобится помощь наших воинов. Да, ваша псионная сила переполняет меня. Вперед, рабы! Убейте всех, кто придет на помощь Малашу! Аларак, я вижу, ты забыл, что эти воины подчиняются мне, а не тебе. Иерарх, я не знаю, как такое возможно, но... Мои сканеры показывают, что концентрация соларита в местных организмах крайне высока. Нужно уничтожить этих зверей.
И думаю, что Алараку об этом знать не обязательно. Как скажешь, иерарх. Войска Талдаримов собираются напасть на наш Нексус. Братья! Убить всех перворожденных! Иерарх, я чувствую присутствие гибридов. Они идут на помощь Малашу. К нам явились посланники Амуна. Воины, сражайтесь достойно! И однажды вы тоже вознесетесь, став гибридами. О, твоя ложь так убедительна. Я почти восхищаюсь тобой. Все звери у нас. Предварительное сканирование показывает, что солорит является побочным продуктом работы их аномальной пищеварительной системы. Ты хочешь сказать? Впрочем, неважно. Я не желаю знать. Мы с тобой почти закончили, малыш. Вскоре все познают глубину твоего вероломства. Наш господин уже победил, Алрак. Ты лишь поведешь Талдаримов в гибели. В одном ты прав, малыш. Их поведу я. Талдаримы, по праву ритуала Ракшир, теперь я ваш владыка. Слушайте и повинуйтесь. Малаш обманул вас. Нам не дано вознестись. Талдаримам никогда не стать гибридами. Амун предал нас. И за это его ждет смерть. Мы приняли мою власть, и флот смерти теперь подчиняется моим приказам. Теперь я отомщу Амуну за предательство. Твои собратья верят в это так же, как и ты? Мне все равно, во что они верят. Главное, чтобы подчинялись. Мы избрали разные пути правления, Аларак. Несмотря на это, мы можем не только прервать войну между нашими народами, но и заключить союз. Ты так думаешь? Наши народы очень разные. Мы все жаждем мести, и мы все протосы. Разве этого недостаточно? Прошу, беспрекословно прими мою власть, и мы объединим наши армии. Не испытывай мое терпение, Талдарим. Амун силен. Вам не справиться с ним без союзников. Мы объединимся и вместе отправим его обратно в бездну. Давай скажем так. Мы заключили еще одну сделку. Временно. Ты думаешь, что победил? Пытаешься спасти порочный цикл? Но меня не остановить. Амун, я разбил твою армию тиранов, разрушил лабораторию гибридов и привлек твоих слуг на свою сторону. Осталось лишь уничтожить тебя. Наглая букашка. Я несу спасение, и не в твоих силах меня остановить. Ты вернешься на Айюр и умрешь. Он ушел. Какой самонадеянный. Я смогла проникнуть в его разум так же, как он проник в мой. Его тело почти готово, и сейчас он ждет нашего прихода, чтобы направить против нас великий флот.
Есть способ этого избежать. Нужно уничтожить священную пси-матрицу Айра. Иначе мы все обречены. Если он использует золотую армаду, чтобы мы не смогли уничтожить его тело, ты права. Матрицу придется разрушить. Твоя связь с Кхалой была полезна нам всем. Однако пора тебе освободиться от оков Амуна. Прерви свою связь с Кхалой. Я лишусь всего, что знала. Освободись от прошлого, Рахана. Вступи в новую эру. Это единственный способ. Установить курс на Айру. Талдаримы приняли правду о предательстве Амуна. Кто-то принял, а остальные боятся слушаться моих приказов. Никто не хочет вызвать тебя на Ракшир? Пусть вызывают. Никому не устоять перед моей яростью. Это начинает надоедать. Мы сделали то, зачем пришли. Теперь нам нужно лететь на Айур и разгромить Амуна. Ты не можешь приказывать мне, Аларак. Мы вернемся на Айур, когда я решу, что настало время. Надеюсь, оно настанет скоро. Артемис. Я боюсь не того, чем Талдаримы являются сейчас, а того, во что они превратятся, когда Амун будет повержен. Ты боишься, что они никогда не вольются в наше общество? Ими одной крови, но они не такие, как мы. И глубоко внутри ты знаешь, что этого не изменить. Нас ждут нелегкие времена, но мы должны попробовать. Это огромный риск. Чтобы объединить всех протосов, нужно много усилий. Мы, как нити одной материи, станем сильнее, только связавшись вместе. Страшно подумать о том, что может сделать с нами их культура. Насколько сильно мы изменимся. Да, мы изменимся. Возможно, ты боишься этого даже больше, чем предстоящей битвы. Впереди нас ждет неизвестность, матриарх. Рахана, ты увидела что-нибудь еще до того, как твои нейронные узы были отсечены? Да, я видела гибель Амуна. Когда перворожденные создали Кхалу, Зелнага очнулись ото сна. Они почувствовали некую неполноту в пустоте. Они обнаружили Амуна вместе с последователями на Зерусе. И началась война богов. Амун выпустил свой рой. И тогда рой поглотил Зелнага. Лишь немногие остались на Ульнаре. В последней битве Амун был повержен, но не уничтожен. Он вернулся в пустоту и заразил ее своей ненавистью. Его служитель Нарут тысячелетиями подыскивал новое тело для своего хозяина. Гибридов! Это был важный шаг к созданию его нового тела, которое сейчас готовят на Айюре. Он уже близок к успеху. Мы еще в силах ему помешать, Рахана. Его можно победить снова. Не рассчитывай, что я перестану следить за Алараком после этих событий. Я и не рассчитывал. Если он осмелится предать нас, предпримет хоть что-нибудь против тебя, я расправлюсь с ним на месте. Хорошо.
Я полагаюсь на тебя. Смерть. Разрушение. Но мы узрели и проблеск надежды. Мы уничтожим новое тело Амуна и изгоним его из Кхалы. Тамплиеры готовы к решающей битве. Братья, сестры, настало время нанести удар. Неужели совершилось чудо? Благодаря своей связи с Кхалой, Рахана узнала замысел Амуна. Он создает себе новое тело. Он существует лишь в нем и в Кхале. Но пока его тело не завершено, он уязвим. И наверняка призовет на свою защиту Золотую Арману. Мы еще можем помешать им перенестись на Айд, лишив энергии сети скрепления. И это даст нам время, чтобы уничтожить тело Амуна. Умно. Когда под его контролем останутся лишь тамплиеры, мы используем ключ и вытесним его из Кхалы. Да, но ненадолго. Этого хватит, чтобы наши воины успели отсечь себя от Кхалы. Это изгонит Амуна в пустоту. Рискованно. Можно просто уничтожить их всех с орбиты и не тратить время впустую. Как ты смеешь? Это наш собственный народ. Я не пойду на такое, Аларак. Мы столкнулись с настоящим кошмаром, но мы должны выстоять. Готовьтесь. Нас ждет последняя битва, и мы вступим в нее с честью. Арданис, твой народ пасти. Я знаю, что ты мечтаешь об этом, но это невозможно. Наша главная задача — уничтожить Амуна. Мы должны полностью посвятить себя ей. Если нам удастся уничтожить физическое тело Амуна и рот от Кхалы, мы отбросим его в пустоту. Это достижимая цель. Это глупость. Риск слишком велик. Нужно уничтожить протосов, сжечь все живое на планете. Нет, Аларак. Если у нас есть шанс их спасти, мы должны им воспользоваться. Не пытайся со мной спорить. Я лишь хотел дать тебе мудрый совет, но если ты в нем не нуждаешься, я умолкаю. Рахана осознала, что ее судьба отныне связана с будущим, а не с прошлым. Зератул верил, что я стану великим лидером, что протосы пойдут за мной. Посмотрим, насколько он был прав. Айр, многие представители моего народа видят его впервые. Они были рождены на Шакуросе и только в легендах слышали о родине. Теперь, когда сила ключа в нашей власти, они наконец-то смогут узреть свой родной мир. Зератул был прав. Ключ подарил нам надежду. Да, хотя и не так, как мы предполагали. И все же своим самоотверженным служением Зератул подарил нам этот шанс. Я всегда буду чтить его за это. Так же, как и я. Псионная матрица впервые была активирована 3000 лет назад. Так странно. Я знаю об этом радостном событии только по историческим записям. Я не чувствую воспоминаний. Я не могу поведать тебе о радости, которую испытали протосы в день активации Пси-матрицы. А еще о каскаде мыслей, который пронесся в Акхале и в сознании гордых Халаев. И тем не менее, мы знаем все, что нам нужно о тех временах, Рахана. Да, но пойми меня правильно. Если я знаю о событии настолько мало, мои рассказы и советы могут быть неточными, даже неверными. Возможно, именно так и нужно воспринимать историю. С некоторой неопределенностью. Смотреть на нее сквозь призму той эпохи, в которую живешь.
Ключ реагирует на энергию пустоты на поверхности Аюра. Но с такой интенсивностью это может быть только... Амун, сколько нужно времени для подготовки ключа? Этого я не знаю. Так его использовали лишь однажды. Кто-то явно пытался воздействовать на ключ. Скорее всего, существо Нарут, которое упоминает тиранский инженер Свон. Его использовали, чтобы вытянуть из Керриган энергию пустоты и в дальнейшем использовать ее для возрождения Амуна. Принципиально это возможно. Но взял Нага столько энергии. Артефакт никогда не предназначался для удержания такого ее объема. Ты найдешь способ, Каракс. Я знаю, что ты никогда не успокоишься, пока не завершишь начатое. Я верю в тебя. Благодарю, Иерарх. Но это сложная задача. Ключ задумывался как вместилище, а не тюрьма. В показаниях какая-то ошибка. По крайней мере, надеюсь, что они неверные. Ключ стал медленнее поглощать энергию пустоты. Это вызвано концентрацией энергии под нами, или же это предел его возможностей? Я так явственно представляю себе Аюр. Словно чувствую теплый бриз Алдеры и наполняющий меня солнечный свет. Совет преторов также направил меня в Алдеру в юном возрасте. Именно там я впервые выпустил пси-клинок. И Феникс тоже. Для него это был важнейший момент жизни. Он чувствовал великое предназначение. Четко осознавал смысл своего существования. Надеюсь увидеть это место, которое он так полюбил. Место, о котором ты вспоминаешь, больше нет. Тот мир ушел в прошлое. Значит, вместо него мы построим лучший мир. Элементы системы питания пси-матрицы расположены в трех местах на разных концах Аюра. Нам нужно разделиться и разрушить их. Я буду направлять вас свершителем с борта копья Адуна. Начинаем по твоему приказу, Иерарх. Псионная матрица, бьющееся сердце Аюра, созданная из сети кайдариновых кристаллов, разбросанных по всей поверхности планеты. Ее источники энергии расположены в трех местах. Если их уничтожить, сеть искривления будет отключена. Я пошлю три отряда. Мы должны разрушить матрицу до того, как Амун призовет на Аюр золотую армаду. Ворозун, Аларак, отправляйтесь в цитадель Вершителя. Там находится первый источник энергии, но город заражен зергами. Неважно. Мы очистим Антиох от зергов. Даже если мне придется самому этим заняться. Значит, вот они какие, зерги. Что вас одолели? Жалкое зрелище. Они все падут предо мной. Ну и как вы умудрились дать этим животным захватить Аюр? Они что, запрыгнули на ваши корабли и сжимали их? Когда-то зерги были величайшей из угроз для моего народа. Только глупец будет их недооценивать. Что ж, тогда я склонюсь перед твоим опытом, как глупец. И что бы ты без меня делала? Сейчас узнаешь. Эти врата заперты с другой стороны, и я открою их, пройдя сквозь тени. Ты уже закончила тратить время попусту? Или мне продолжать рубить зергов в капусту? Вот так. Теперь врата открыты.
Наконец-то. Теперь продолжим. Дальше нам дороги нет. Похоже, мне придется пройти сквозь ряды противника и открыть нам путь. Ха. Кажется, там тебя поджидает стая муталисков. На твоем месте я бы постарался не привлекать их внимания. Мы почти добрались до источника энергии. Вперед, владыка! Нечего мне командовать. Внутренний зал закрыт со всех сторон. Даже мое искусство не позволит нам проникнуть внутрь. Попробуем более грубый подход. Охраняй меня, пока я готовлюсь. Серги наверняка почувствуют мою растущую мощь. Почти готово. Еще чуть-чуть. Шагурс. Невероятно! Тебе не только удалось открыть дверь. Ни зерги, ни источник энергии нас больше не беспокоят. Свяжись с остальными и расскажи им о моей славной победе. Рахан, мы с Алараком уничтожили источник энергии. Дай знать остальным, что они могут выступать. Каракс, Феникс, разрушение первого источника энергии не осталось незамеченным. Гибриды будут защищать эту область. Прекрасно. Пусть ощутят всю мощь моего гнева. Всему свое время. Друг Феникс, гибриды — серьезные противники. И чтобы с ними сразиться, нам понадобится помощь. Я уделил изучению энергии пустоты достаточно времени. Думаю, мне удастся вывести роботизированные единицы из здания из-под власти Амуна. Тогда мы должны собрать армию, которая расправится с гибридами. Источник энергии где-то здесь. Но территория храма просто огромна. Часовые, бессмертные, колоссы, опустошители. Прежде чем двинуться дальше, мы должны заполучить их как можно больше. Я могу захватить находящиеся здесь врата и завод робототехники. Если так, то мы сможем усилить армию теми войсками, которые посчитаем нужными. Умно. Интересно, фазовый кузнец. А меня бы ты смог контролировать? Если бы Амун взял твои системы под контроль, то да. Думаю, я смог бы их очистить. Стоит повременить немного. Чем больше войск мы соберем, тем больше у нас будет шансов уничтожить гибридов. Как только мы будем готовы, я отключу барьер, защищающий этот источник энергии. Теперь гибридам с нами не справиться. Думаю, ты прав, мой друг. Теперь нам пора выступить к источнику энергии. Да, иерарх. Все, путь открыт. Айур возродится. Ваш замысел провалился. Ваши братья стали плотью моего повелителя. Шанала Аридала. Разместите строение в энергетическом. Гибриды уничтожены. Теперь мы можем разрушить источник энергии. Готово. Но матрица никогда не была рассчитана на подобное обращение. Она
выпустила на поверхность Аюра огромную волну псионной энергии. Боюсь, что твоя жизнь под угрозой, Иерарх. В пещере позади тебя накапливается псионная энергия. Если она доберется до тебя... Не волнуйся, Каракс. Мы с воинами оставим ее далеко позади. Победа уже близко. Артанис, я высылаю тебе на подмогу темных тамплиеров. Они расчистят путь и помогут тебе в продвижении. Как и чистильщики, высылаю призмы искривления. Талдаримы подарят тебе победу. Высылаю своих воинов тебе на подмогу. Артанис, недалеко от тебя отряд чистильщиков сражается с зергами. Мы практически уничтожили их крупный улей. Мы ждем твоих приказов. Торопитесь! Энергия настигает нас. Мои темные тамплиеры сейчас находятся недалеко от тебя, Иерарх. Они почти уничтожили последний улей. Ко мне, неразимы! Последний источник энергии охраняют несколько червей Нидуса. Темные тамплиеры помогут тебе их уничтожить. Продолжайте убивать зергов! Мы уже близко! Последний источник энергии. Когда он будет разрушен, пси-матрица перестанет функционировать. У тебя получилось, Артанис. Мы задержали прибытие Золотой Армады, хотя бы на некоторое время. Запускаю пространственное перемещение. Я не хочу отдыхать. Я хочу истреблять врагов. Ах, как на этом корабле душно. Зератул. Тассадар. Память о вас придает мне силы. Протосы больше, чем просто творение Амуна. Мы сами определим свое будущее. Значит, вот каково это — жить без Кхалы. Артанис, я попытаюсь взглянуть на нашу историю твоими глазами. Мне не постигнуть всей глубины твоей печали, Артанис. Благородные тамплиеры стали частью чудовища. А те, кто остался в живых, заперты в телах, управляемых Амуном. Это самая страшная судьба. Я испытываю боль в ожидании встречи с ними. Ведь они — мои братья и сестры. Когда мы станем уничтожать этих монстров, увидят ли это наши братья, заключенные внутри? Будут ли они немыми свидетелями происходящего? Или их уже поглотила вечность? Я не нахожу слов, чтобы успокоить или ободрить тебя, друг мой. Но знай, что другого пути нет. Как минимум, я уверен в нашей команде и в том, что ты приведешь нас к победе. Амуну почти удалось уничтожить нас с помощью Кхалы. Забавно, что теперь мы можем обратить ее против него. Ты был прав. Аюр изменился до неузнаваемости. Однако не стоит терять надежду. Схватка была очень напряженной. Но в ночи наши клинки горят ярче всего. Без пси-матрицы Амун больше не сможет вызвать на Аюр Золотую Армаду для своей защиты. Мы должны уничтожить его новое тело, прежде чем оно полностью пробудится. Мы обязаны преуспеть на кону выживания нашего народа. Твои дети
действия не укрылись от моего взора, Артанис. И ты опоздал. Узри своего бога. Апогей цикла, запущенного с рождением самих звезд. Я создал вас. Я же принесу вам. Прими правду, Артанис. Ваш народ, ваша Кхала, все ложь. У вас ничего не осталось. Ты ошибаешься. Мы наконец-то можем стать чем-то большим. И ты нас не остановишь. Скоро ты ощутишь всю силу гнева перворожденных! Значит, это тело Амуна. Чудовищное творение из плоти наших братьев и останков сверхразума. Ты прав, Эрор. Мои сенсоры показывают, что оно впитывает энергию пустоты с угрожающей скоростью. В этом состоянии Амуну не страшно даже самое мощное оружие. Эти осколки, они генерируют энергию пустоты и высасывают жизнь из всего вокруг, чтобы питать тело Амуна. Их нужно уничтожить. Каждый осколок дестабилизирует пространство вокруг себя. Такое ощущение, что они меняют его очертания, превращают его в пустоту. Погоди. Осколки открывают разломы в пустоту. Амун призывает войска. У нас мало времени. Воины, клинки к бою! Сегодня мы сразимся за будущее Аюра. Чтобы лишить Амуна нового тела, мы должны уничтожить осколки пустоты. Сражайтесь с честью, тамплиеры. Пустота — отражение моей воли. Я повелеваю уничтожить вас. Амун постоянно открывает разломы, чтобы оборонять осколки. Нам нужно атаковать, пока защитников еще не слишком много. Готово! Воины, продолжайте наступление! Будь осторожен, Иерарх. Уничтожение одного из осколков повлекло за собой увеличение силы оставшихся четырех. Второй осколок уничтожен. Я уже чувствую, как слабеет защита Амуна. Артанис, вокруг тела Амуна есть несколько мест, хорошо подходящих для аванпостов. Уничтожь врагов, и мы обеспечим тебя подкреплением. Я прерву цикл Зелнага. Артанис, к нашему Нексусу направляется множество порождений пустоты. Будь готов защищаться. Осколки пустоты становятся очень нестабильными. Нужно действовать крайне осторожно. Мы не все знаем об их силе. Прекрасно, тамплиеры! Третий осколок повержен. Иерарх, из оставшихся осколков исходит энергия пустоты. Приближаться к ним очень опасно. Победа близка, братья! Сражайтесь изо всех сил! Гибель Амуна не за горами. Талдаримы, ваш владыка требует крови темного бога. Не разочаруйте меня. Мы захватили все три позиции, Артанис. Пришла пора покончить с Амуном. Все наши надежды устремлены к этому моменту. Адристра, имя конец уже близок. О нет! Тело Амуна пробудилось! Всем кораблям! Орудия к бою!
дайте волю своей ярости! Уровень энергии пустоты падает. Тело Амуна уничтожено. Каракс, приготовь ключ. Близится час последней битвы. Ты удивил Талдаримов, Иерарх. Мы ничего не знали о храбрости тамплиеров. Некоторых она даже впечатлила. Аларак, твои воины доблестно сражались. Для меня честь воевать вместе с ними. Их восхищает твоя твердость и безжалостность. Будут ли они следовать за мной и впредь, если сегодня мы одержим победу? Если я того пожелаю. Но сейчас не время грезить о будущем. Близится час моей мести. Все готово, Иерарх. Ключ Зелнага готов к использованию? Да, но, боюсь, его эффект не будет долгим. Ключ — наш единственный шанс. Остается надеяться, что у нас хватит времени, чтобы переубедить тамплиеров. Как бы ни развивались события, даже если нас ждет гибель, мы умрем тамплиерами. Я благодарен тебе за это. За твою веру в меня. Для меня было великой честью служить тебе, Иерарх. Нам нужно будет защищать ключ, пока он не наберет силу. На это потребуется время. Возможности ключа ограничены, а сила Амуна запредельна. Даже при наших лучших стратегиях нам понадобится удача. Судьба даровала мне шанс по-настоящему узнать тебя, Артанис. Ты стал для меня другом не только из-за воспоминаний. Мы многое пережили вместе. Наш путь еще не окончен, друг Феникс. Если сегодня мы одержим победу, то нам предстоит построить новую цивилизацию. И для этого мне потребуется твоя помощь. Я бы хотел в этом поучаствовать, но я больше не хочу называться Фениксом. Неужели? Я избрал себе собственное имя. Отныне я Таландар. Таландар. Стойкий сердцем. Тебе подходит это имя? Да будет так. Чувствуешь ли ты надежду, матриарх? Да. И если у нас все получится, мы сможем объединить наш народ. Мы мечтали об этом на Шакуросе. Мы сбережем традиции неразимов. Они не будут позабыты. Со временем они могут уйти в забвение. Я боялась, что мы утратим свое наследие. Теперь, когда мы начали сближаться с Талдаримами и Чистильщиками, я понимаю, что это неизбежно. Традиции должны меняться вместе с нами. Когда-нибудь мы оставим путь тени так же, как и вы оставили в прошлом Кхалу и кастовую систему. Такова цена единства. Я тоже пришла к этому выводу. Я вижу, что тебя гложет тяжесть утраты, Иерарх. Это так. Но меня прежде всего беспокоит сложность поставленной задачи. Убедить наш народ отсечь от себя самое святое. Ты смог убедить меня. Хотя для меня Кхалла была превыше всего. Ты знала об опасности, которую представляла эта связь. Ты прав. Хотя Амуну лишь несколько раз удавалось вселиться в меня. Но мне не забыть того, как он превращал мое тело в свою послушную марионетку. Не могу представить, сколько страданий он уже принес остальным протосам. Они, должно быть, жаждут освобождения. Я не посрамлю тех, кто был до меня. Час пробил.
Пришло время моего последнего испытания. Ключ готов, Иерарх. Мы ждем твоих указаний. Каракс, выйди на связь с нашим флотом. Я обращусь ко всем тамплиерам. Собратья, услышьте меня. У нас мало времени. Вы и те, кто сейчас томится в рабстве Амуна на поверхности Аюра. Все, что осталось от нашей расы, нашей цивилизации. В былые времена мы были стражами мира в галактике. Но гордыня и распри одолели нас, не дав исполнить наш священный долг. Кхала, призванная нас объединить, только усилила нашу рознь. Надежда оказалась ложной. И сегодня мы должны отказаться от этой лжи. Оставить наши предубеждения и самонадеянность в прошлом. Теперь мы сражаемся, зная, что наш народ не обречен. Что протосы могут стать единым народом и смогут основать новую, великую цивилизацию. Доверьтесь друг другу в грядущей битве. Сражайтесь вместе. Победим мы в этой битве или проиграем, она оставит след в памяти Вселенной. Ключ на месте, Иерарх. Для полной зарядки ему понадобится время. Неразима готова, Артанис. Мы будем удерживать северный подход к храму. Мы с чистильщиками будем охранять южный проход. А я займу базу на передовой. Амун познает мою ярость из первых рук. Мои войска будут охранять ключ и обеспечивать вас подкреплением по мере возможности. Иерарх, пока нам угрожают только зерги. Но что если в дело вступит Золотая Армада? Отключение Пси-матрицы лишь задержало их возвращение. Можешь не сомневаться, Амун обрушит на нас всю мощь Великого Флота. Но мы Телаамы, и наши сплоченные ряды не дрогнут. Энтаро Адун! Энтаро Тассадар! Энтаро Зератул! Артанис, твои вершители не смогут в одиночку удерживать подходы к храму. Будь готов отправиться к ним на помощь в любую минуту. Враг приближается. Неразимы, обнажите клинки искривления. Ни шагу назад. Итак, Амун решил обложить нас со всех сторон. Покажись, темный. И встреться лицом к лицу с Алараком, владыкой Талдаримов. Зерги приближаются к южному входу. Амун ищет уязвимые места в нашей обороне. Покажите ему, что их нет. Амун использует самые мощные корабли армады, чтобы разрушить ключ. С болью в сердце я вынужден приказать уничтожить их. Ты утверждаешь, что хочешь спасти свой народ. Но на деле ты просто убийца. Тебя ждет лишь забвение. Артанис, Золотая Армада атакует копье Адуна. Я буду помогать твоим войскам по мере сил, но корабль получает серьезный урон. Твой корабль. Ты так надеешься на него. И все напрасно. Ты слаб, беспомощен. Покорись. Прямое попадание в копье Адуна. Производственная матрица не отвечает. Ты больше не сможешь вызывать подкрепление. Воины, скоро на нас обрушится еще одно войско. Крепитесь, и мы уничтожим их всех. Вместо спасения
Вас ждет пламя, всепоглощающее и освободительное. Штурмовой блок поврежден. Система орбитальной бомбардировки отключена. Энергетическая матрица ключа наполовину заряжена. Держитесь, воины! Иерарх, огромная флотилия кораблей Золотой Армады держит курс на ключ. Готовься к нападению. Я воссоздам эту вселенную такой, какой она должна была быть изначально. Совершенной. Пробоина в корпусе. Система защиты вышла из строя. Феникс не сможет телепортироваться на поверхность. Золотая Армада. Сияющий символ высокомерия. Вас погубит ваша же гордыня. Убоги! Их корабли рвут копье Адуна на части. Солнечное ядро в критическом состоянии. Мы больше не сможем помочь тебе, Иерарх. Ты и так помогла нам, Рахана. Ключ почти полностью заряжен. Продержись сколько можешь. Твои руки запятнаны кровью, Артанис. Лже-спаситель. Сопротивляясь, ты несешь своему народу лишь смерть. Иерарх, сканеры засекли огромное количество протосских биосигналов. Амун послал всех одержимых тамплиеров на захват ключа. Мы выстоим, Каракс. Мы должны. Ключ скоро накопит максимальное количество энергии. Победа близка. Не теряйте веры, братья! Энергетическая матрица заряжена. Ключ готов к использованию, Иерарх. Воины, отступайте к ключу. Пусть они приходят. Тамплиеры, освободитесь от Амуна! Отсеките нейронные узы! Мы едины с Кхалой. Кем мы станем без Кхалы? Что нас ждет? Свобода. Возможно. Иерарх, мы получаем чужой сигнал. И он Сульнара. Это Керриган. Мы уже.
уже давно ждем в этом проклятом месте. Если бы королева клинков хотела говорить, она уже была бы здесь. Она не обманет, Селендис. Если она сказала, что это важно, лучше ей поверить. Я не привыкла оказывать предателям такую честь, командир. Маловато веры для тамплиера. Артанис. Джим. Что происходит, Сара? Зачем ты собрала нас здесь? Амун жив. Его ненависть терзает пустоту. И он хочет вернуться. Даже сейчас я слышу голос. Это снова козни нашего врага. Это не его голос. Там есть кто-то еще. Его наполняет отчаяние. Он страдает. Но в нем нет зла. Мощь Амуна растет. Мы можем не дожить до его возвращения. Но оно неизбежно. И что же ты предлагаешь, Кельза? В Ульнаре есть врата в пустоту. Я собираюсь пройти через них и уничтожить падшего раз и навсегда. Но мне нужна помощь. Сара права. Нравится нам или нет, покончить с этим — наша обязанность. Зератул предсказывал, что этот день настанет. Мы с тобой, Керриган. Летит к чертям со скоростью света. Эти тени буквально рвут корабли на части. Так нам долго не продержаться. Голос звучит откуда-то спереди. Мы должны его найти. Я пошлю отряд на разведку. Твои воины близки к цели, Артанис. Я чувствую это. Надо отыскать источник миазмов и уничтожить его. Иначе тени медленно поглотят моих воинов. Тамплиеры, разите без промаха. Слуги Амуна выходят из этого разлома. Уничтожьте его. Идите, очистите миазмы. Я узнаю этот голос. Это Тассадар, мой бывший учитель. Сделай, как он просит. Крадущиеся тени. Я призвал вас во времена великой нужды, и вы пришли в этот мир. Здесь меня держат в плену. Освободите меня от его оков. Чьих оков? Королева клинков. Какой приятный сюрприз. Нарут, мне казалось, ты мертв. Лишившись тела, мы, Зелнага, возвращаемся в пустоту. Здесь моя жизнь продолжится, а твоя завершится. Артанис, будь начеку. К базе Джима приближаются войска Наруда. Рой поможет отразить нападение. Мои тамплиеры идут к тебе. Вместе мы одержим победу. Во имя Тассадара. Мою базу атакует гигант. Сосредоточьте огонь на этой твари. Мы справились.
Рано праздновать победу, друг Рейнар. Скоро Нарут отправит еще одну такую же тварь. Мы должны подготовиться. Арданис, освободи меня. Вы же все его слышите? Да, но у меня по-прежнему много вопросов. Гиперион вызывает копье Адуна. Впереди несколько стратегически важных позиций. Нужно попробовать захватить их. Прекрасная идея, адмирал. Очистив их от сил противника, мы подготовим плацдарм для постройки новых баз. Отлично, территория зачищена. Джим, мы выслали тебе подкрепление. Отлично, мои парни организуют здесь линию обороны. Где возмездие? Зара, я отправил десант к тебе на передовую. Артанис, ты не хочешь присоединиться? Все чисто, моя королева. Начинаем выращивать улей. Скоро наши муталиски присоединятся к битве. Нарут должен умереть. Я скован силой Амуна. Отправляю дополнительный персонал. Наши заводы готовы начать сборку торов для вашей армии. Время истекает. Защита пала. Вот и все, Нарут. Ты больше не вернешься. Прекрасно. Этот аванпост отлично послужит Рою. Скоро наши ультралиски сокрушат Наруда и его прислужников. Похоже, все выгодные позиции в наших руках. Мы вам очень обязаны, Иерарх. Освободи меня. Ты не можешь сопротивляться вечно, Рейнар. Ты не заслуживаешь права стоять среди богов. Зерги, вперед! Сегодня мы покончим с этим мерзавцем. Мы сломили их оборону. Поднажмите, еще немного. Рейнар, мои войска в пути. Командир Протасов, мы ждем поддержки с вашей стороны. Пустота повинуется воле моего владыки. Скоро вы познаете его истинное величие. Цикл должен начаться заново. Здравствуй, Дюран. Помнишь, что ты со мной сделал? Стуков пришел позлорадствовать, да? Нет, сукин ты сын. Пришел пожелать спокойной ночи. Приди ко мне, Артанис. Это Тассадар, мой наставник. Но как? Учитель, видеть тебя — великая радость. Это лишь облик, которым я являлся к Зератулу, побуждал его к действию. Пророчество, которым следовал Зератул, результат моего влияния на умы примитивных созданий. Ты Зелнага. Ведь это твой зов, я слышала. Кто ты? Урос. Последний хранитель цикла. Враг Амуна един с пустотой. Она — продолжение его воли и моя тюрьма. Зачем ты призвал нас сюда? Слияние чистоты эссенции и чистоты формы должно продолжаться. Существо по имени Керриган.
Ты можешь принять мою эссенцию. Вознесись, как Зелнага. Продолжи бесконечный цикл. Зелнага? Ты хочешь сделать ее одной из вас? Нет, черт побери. Сара! Нет! Только Зелнага может победить падшего. Сара, ты не обязана этого делать. Не позволь снова себя изуродовать. Вместе нет, мы... Нет, Джим. Я столько натворила. Погубила столько жизней. Миров. Мои руки в крови. Я должна смыть ее. Это... моя судьба. Похоже, что процесс уже начался, друг Рейнар. Свет Зелнага не удастся укрыть от нашего врага. Нас ждет тяжелая битва. Надеюсь, ты к ней готов. Тени Амуна поглотят все сущее. Керриган, пусть остатки моей эссенции даруют тебе силу. Эта сила столь велика. Используй ее против темных прислужников. Твоя королева слушает. Сара, зачисти область. Тогда мы сможем высадиться и помочь тебе. Я уничтожу этих гигантов. Я должна сосредоточиться. Джим, тебе придется меня прикрывать, пока все не закончится. Ладно. Я выставил оборону на этих двух точках. Похоже, нам придется бросить на защиту все силы, если мы хотим выбраться отсюда живыми. Рой будет защищать свою королеву до конца! Вся мощь перворожденных с тобой. Тогда начнем. Чтобы выиграть для Сары достаточно времени, нам нужно основательно укрепиться. Надеюсь, вы готовы. Мои воины продержатся так долго, как только смогут. Нашей королеве ничто не должно угрожать. Вы пришли, чтобы умереть. Что это, черт подери, было? Амун посылает против нас своих слуг. Но если потребуется, я смогу использовать новую силу, чтобы остановить их. Джим, если ты ничего не сделаешь, Загар и Артанис долго не продержатся. Помоги им, иначе мне придется применить силу. Кем она станет, закончив превращение в Зелнага? Не забывайте! Я тоже когда-то вознесся. Сара, рядом с нами появился гигант пустоты. Думаю, он нацелился на тебя. Так что давай, используй свою силу. На нашу королеву напали! Они напали на базу с другой стороны. Похоже, эти мерзавцы от нас не отвяжутся. А разве они должны? Упорство! Важное качество воина. Да я не об этом. А, неважно. Тиран! К нам движется множество врагов. Нужна помощь. Мощь Уроса течет сквозь меня. Но я пока получила только половину эссенции. Весь космос
Будто в моих руках. На Загару и Артаниса скоро нападут. Защити их, Джин. Ей нельзя доверить силу Зелнага. Вы сами знаете это. Готовьтесь! Амун отправил против нас все свои войска. Готово. Я впитала почти всю эссенцию Зелнага. Для меня было честью служить тебе, моя королева. Рой теперь твой, Загара. Помни мои уроки. Да. Время пришло. Зелнага. Я буду помнить каждый миг с тобой. Вижу сквозь потоки времени и пространства. Все пути вели к этому моменту. Не знаю, заслуживаю ли я прощения за то, что сделала. Но Вселенная точно ни в чем не виновата. Пришло время покончить с этим. Сара, мы с Артанисом на позициях, и мы никуда не уйдем, даже не проси. Ну так что, каков план? Амун укрылся за энергетическим барьером. Кристаллы пустоты делают его практически неуязвимым. Но в них же его слабость. Когда кристаллы отдаляются от Амуна для перезарядки, их можно уничтожить. В одиночку нам их не разрушить. Здесь его сила слишком велика. Вы еще моей силы не видели. Мы разрушим барьер. А потом я покончу с этим.
Хороший план для последнего свидания, милая. Выдвигаемся. Кристаллы пустоты вращаются вокруг Амуна, создавая защитный барьер. В высшей точке своей орбиты они поднимаются над поверхностью. Тогда их и можно уничтожить. У нас тут нарисовался кристалл. Мои ребята о нем позаботятся. Первый кристалл разрушен. Барьер слабеет. Черт, плохи дела. У нас тут под ногами земля трясется. Будь я проклят. Амун только что вырвал землю прямо из-под моего командного центра. И как мы должны с этим сражаться? Если мы хотим выжить, придется построить несколько баз. Со временем он доберется до всех нас. Хороший план. Я как можно скорее создам несколько ульев. Умри. Амун, ты слабеешь. За это... Я заставлю твоих союзников страдать! Чувствуешь, Амун? Близится твой конец. Я знаю, кто ты на самом деле, Керриган. Ты не герой света. Ты лицемер, душегуб. Наконец-то барьер пал. Все кончено, Амун. Ты лишь продукт порочного цикла. Всю твою жизнь тобой манипулировали. Ты ничего обо мне не знаешь. И мне нет дела ни до вечного цикла Зелнага, ни до твоей мерзкой лжи. Я выбираю свободу. Свободу для всех нас. Перед зданием Сената адмирал Мэтью Хорнер вновь заявил о поддержке войсками нового правительства и выразил оптимизм по поводу дальнейших мирных переговоров с Соединенными. Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее жизнь будет в твоих руках. Как насчет убраться отсюда, ковбой? Черт, давно пора.
изгнали темного обратно в пустоту. Мы обрели свободу. Все благодаря тебе. Я воплощу нашу великую мечту о едином народе. Мы соберем выживших. Отстроим города. Мы отринем старые разногласия и построим новое общество. Вместе мы будем вершить свою судьбу среди звезд.